Далеко не совсем удачное выступление в текущем сезоне и матч в розыгрыше Кубка России против клуба Премьер-лиги. Был ли оптимизм у болельщиков? Однозначно был, хотя и с большими сомнениями. Но стоит сразу отметить, что Ахмат, если копнуть историю, для нас не самый тяжелый соперник. В отчетном поединке на кону стоял выход в 1/8 финала второго по значимости турнира в стране. Да и вообще, кубковые матчи всегда сильно отличаются от игр первенства. Все-таки здесь, по факту, игра на вылет. Ротор, по всей видимости, был полон желания хоть как-то реабилитироваться в глазах многочисленных фанатов за то место, которое он занимает в первенстве ФНЛ. Правда, победить в основное время не получилось. В первом тайме счет открыли хозяева поля благодаря точному удару Федора Первушина. Однако уже под занавес встречи, вышедший на замену Даниил Уткин, еще совсем недавно считавшийся одним из самых лучших молодых дарований в стране, сумел забить ответный мяч. Ничья 1-1 в основное время, что для Ротора с первых игр сезона стало привычным результатом. Волею регламента два тайма дополнительного времени не предусмотрены, и соперники сразу приступили к серии пенальти. А это самая настоящая лотерея, главный упор в которой – у кого крепче нервы. К радости волгоградской торсиды футбольная фортуна в этот момент повернулась лицом к миролюбивому Ротору. Голкипер сине-голубых Игорь Обухов сумел парировать первый пенальти, а четвертый удар в исполнении Игоря Коновалова приняла на себя стойка ворот. Ну а наши все были точны, и как итог, победа в серии пенальти 4-2, и дальше идет Ротор. Гол! И волгоградский Ротор выходит в 1/8 финала Кубка России. Игра в пенальти – показатель мастерства футболистов. К сожалению, мы не реализовали свои моменты, а Волгоград забил. Вот и все. Так бывает в Кубке. Еще раз пожелаю удачи Волгограду. Я и до игры говорил, что хорошая играющая команда. Им, может быть, не везло какое-то время. С нами повезло. Да, игра понравилась. И молодцы ребята, в принципе. Немножко во втором тайме сбились на другой футбол. Вот, что не очень понравилось. А так, ну, с учетом нашего графика и содержания игры, я, в принципе, доволен. И даже во втором тайме, когда не все получалось, сумели создать и моменты, и могли увеличить преимущество. Ну, первым таймом вообще доволен. Жеребьевка 1/8 финала Кубка России состоится 2 ноября. Константин Родионов, телеканал «Волгоград-1».